Здравствуйте, это программа «Новости дня» на канале Prime Media, и с вами я, Алина Плешко. Сегодня вы узнаете. В украинских школах учебный год продлили до середины июня. Биометрический паспорт, чудо-инновации или быстрая выручка денег. Синоптики обещают проливные дожди, туман и гололедицы, но можно ли им верить? Биометрические паспорта в Украине закладывают сразу несколько мин под приватность и под кошелек украинцев. Как сообщает украинское правительство, электронный чип с биометрическими данными – это действительно международные требования. Также нам неоднократно повторяли, что такие паспорта будут дешевле, выгоднее и безопаснее для украинцев. А будут ли в безопасности наши права и наше имущество, покажет время. В школах Украины учебный год продлили до середины июня. Так как украинское правительство зимой отказалось обеспечивать теплую комфортную среду обучения для детей, множество украинских школ уже подписали указ о продлении учебного года до 20-х чисел июня. Проливные дожди, гололедица и туман не покинут нас до первых чисел марта, как обещают украинские синоптики. Это была программа «Новости дня» на канале Prime Media, и с вами я, Алина Плешко. До скорых встреч. Мир вам!